Категорический запрет на повышение цен на товары введен в Беларуси. Об этом 6 октября заявил президент Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством Беларуси. Глава государства объяснил, какие меры примут власти республики для недопущения роста цен. Лукашенко резко раскритиковал чиновников за недостаточный контроль над справедливым ценообразованием. По его мнению, инфляция, составившая почти 13% с начала 2022 года, недопустима. Также неприемлем прогноз Национального банка, Министерства экономики Беларуси о том, что к концу года инфляция достигнет 19%. Тем, кто будет виновен в повышении цен после 6 октября, Лукашенко пригрозил уголовными делами, приказав органам прокуратуры и госконтроля следить за этим. Порой эти цены растут совершенно необоснованно. То есть мы имеем дело не просто с законами рынка, а реально со спекуляцией. Причем спекулируют на каких-то страхах, тревогах, ожиданиях людей, и поэтому повышают цены. Можно ли справиться таким образом с инфляцией? В какой-то степени можно. По крайней мере, государство в достаточно сложный этот период, период кризиса и геополитического, и геоэкономического, конечно, должно обращать внимание на благосостояние людей и делать это разными способами, в том числе через регулировку цен, по крайней мере, на социально значимые товары –